День физкультурника – праздник всех тех, кто любит спорт, который объединяет людей независимо от возраста и профессиональной деятельности. Тренеров, работников этой сферы, учителей физкультуры, а также ветеранов и любителей спорта. Всех, кто предпочитает вести здоровый образ жизни. Мы проводим здесь, в районе. Все поселения приехали, мы очень рады. Сегодня у нас хорошая погода, хорошее настроение. А главное, все возрасты, все абсолютно. Вот, видите, какие голоса здесь звучат. Все играют и в шахматы, и в футбол, и в стритбол. На торжественном открытии всех участников соревнований поздравила с праздником первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Елена Добрина. Мы гордимся нашими спортсменами. Давайте поздравим нашего Евгения Рылова, который занял 3-е место в чемпионате мира по водным видам спорта. Это наш воспитанник, это наш человек, который представлял не только наш район, но Подмосковье и Россию на чемпионате мира. Вчера состоялся областной день физкультурника, и мы опять выступили, как всегда, хорошо. 3 призовых места по стритболу, призовое место по армрестлингу, участие во всех дисциплинах и достойное выступление, достойное спортсменов Ленинского муниципального района. Почетными грамотами и благодарностями главы Ленинского района были награждены спортсмены и сотрудники сферы физической культуры и спорта. Шестаков Владимир Николаевич, тренер-преподаватель по тяжелой атлетике, специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». На стадионе были организованы спортивные площадки для соревнований по мини-футболу, стритболу, шашкам и шахматам. Также можно было выполнить нормы ГТО. Спортивный праздник объединил людей всех поколений. Ну, самое трудно заставить себя заниматься. То есть по утрам гимнастика каждый день, прогулка каждый день. Даше было всего 3 года, когда она заинтересовалась шахматами. В специальных секциях она еще не занимается, но в будущем хотела бы стать шахматисткой. Профессионалы даже сейчас отмечают талант девочки. Начала почти каждый день заниматься с папой. Я все время выиграла, потому что я первой играла всегда первой. Состязательность и спорт воспитывают мужество и силу духа, терпение и волю к победе, выносливость и упорство в преодолении всех трудностей, помогают в достижении целей. Все эти качества необходимы для гармоничного развития личности. 8-летний Ваня уже 4 года занимается дзюдо. Он победитель и призер городских, районных и областных соревнований. Скажи, что самое трудное для тебя в этом виде спорта? Ну, это путь к победе. Ты побеждал во многих соревнованиях? Ну, как тяжело это? Да, очень тяжело. Ну, соперники тебе попадались? Очень сложные. Еще спасибо тренеру. А как зовут тренера? Гаджимурат. В Березовой роще также была организована спортивная площадка. Здесь проходили соревнования по волейболу, перетягиванию каната и другие спортивно-развлекательные мероприятия. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.